Привітання, сябры! У живым эфире Белсату передача «Двубой». З вами ведаўца Віталь Цыганкоў. Тема сённяшняй дискуссии – «Ці здадуць лукашисты Беларусь пасля сыходу Лукашэнкі?». Удзельнікі «Двубою» мають розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта палітолог Дмітрий Бакунец, привітання. И лидер руху «Солідарнасць» разом Вячеслав Сівчук. Добрый вечер. Добрый вечер. Что ж, одразу до дискуссии, бо новую хвалю обмеркования у этой темы распачал Зенон Пазняк, заявивший, что кто б сегодня не заменил Лукашенку, гэтые люди сдадут Беларусь. Ему отказал и заперечился родинчик, может быть, наибольш грунтовно, политолог Валер Карбалевич, який написал, что после сыхода Лукашенки обовязково почнутся перамены и расколены внутри этой системы. Дмитрий, мое первое питание вам. Насколько я разумею из ваших меркований, дописов, в этом питании вы не сгодны с Пазняком. Чому? Хвилина, да, у меня? Ну, кольки скажете. Ну, у чымсьці ён мае рацыю, так, але ёсць, што можа не пагадзіцца. Я лічу, што за вось 30 больш год Беларусь ўсё ж такі стварыла некую сваю сістэму, і нават там эканамічную, палітычную сістэму, якая не жадае. Вось калі мы там разглядаем, што Беларусь можа там стаць часткай Расіі, то ўсё ж такі ёсць некая эліта беларуская, палітычная, нават вакол Лукашэнка, якая не хоча ніякай там інтэграцыі, яна хоча быць незалежнай. Вось я лічу, што ў гэтым сэнсе ёсць такі кансэнсус у беларускім грамадстве, што грамадства, нават палітычная частка эліты і эканамічная, яны не жадаюць быць некай часткай. Яны хочуць быць самастойным. Я лічу, што... Але калі Москва будзе ігнараваць гэтае жаданне беларускага грамадства і будзе націскаць, ці будуць сілы ў гэтай лукашэнкаўскай сённяшняй эліты ёй працістаяць? Ну, я думаю, што будуць сілы, таму што ўсё ж такі ёсць кансэнсус у беларускім грамадстве. Другая рэч, наколькі гэты ўплыў будзе моцны ў эканоміцы ў першую чаргу, таму што калі мы разглядаем сёння беларускую дзяржаву, то яна вельмі залежна зараз ў эканамічным сэнсе. Калі Беларусь зможа быць самастойна ў эканамічным сэнсе, то ўсе астатнія пытанні будуць, мне здаецца, ўже лягчэй вырашаць. Дзякуй, Дмітрий. Вячеслав, вы не раз казалі пра цяперашнюю ўладу як банду з гуртаваную, дзе все людзі, в прынцыпе, дастаткова аднолькавыя. Ці вы гатовы вот гэтую лінію мяне пацверджваць? І гэта таксама, але што-то ёсць больш важнае пытанне, бо можам зрабіць тую ж памылку, што ў 94-м годзе. Калі вы памятаеце... Абы Нікебіч? Абы Нікебіч. Тут і шэпшым праблема ёсць, што в чым не маюць рацыю ані Карбалевіч, ані Пазняк, ні мой апанент. Забываюць пра суб'ектнасць беларускага народа. І забываюць, што рэпрэсіі, чаму в іншых краінах... Дмітрий казал пра грамадства. Чаму в рэпрэсіі в іншых краінах так не праводзіцца, таму ж заўсёды небезпека. Прыгадайце, от все кажуць пра большыя фарцы, а частка рэвалюцыі пачыналася, ніхто не мог спрагназаваць зусім дробных рэчаў, которые раней праходзілі, але знікае пэўны вакуум. И на фоне того, что сегодня отбывается в нашем регионе, вы же не забывайте, что Лукашенко – это катастрофа, Лукашенко – это война. К войне он рыхтоваться пошел, значит, на раней. Это был полигон, это банда, так? Менавіта служила прикладом для Путина и всей их банде. Отпрацаваныя технологии были в Беларуси. Тому цалкам магчыма, что в любой момент, так, в Беларуси может быть выбух. И каким чином он будет проводиться? Я не сомневаюсь, что про элиту, потому что как раз на великий жаль, так, их всех поставили в вельми простую позу. Колисти мои вельми за меня хваливались, у меня было открытое интервью, когда я сказал, что Шуневич просто опустил всю милицию. Казали, будут там какие-то репрессии, все остальное. Я сказал, не будут. Потому что сами милицианты это ведают. И так по всех позициях тех людей, которых есть. И давайте все-таки не повторять то, что было в 94-м годе. Лукашенко – пачвара. Лукашенко знишает Беларусь. Спробовать гуляться в некие, то, что он еще гарант незалежности, это так само неправильно. И неправильно думать, что его бандиты так... На што ці здольны? Ці здольны беларусы выкарыстаць сітуацыю? Іншае пытанне. Думаю, здольны. Дзякуй. Бакі абмінялись першымі даволі такімі гарачымі рэплікамі. Ну, давайте зараз паглядзім, як выглядае гэтая тэма, якія меркаванні былі выказаныя, чаму мы узнялі яе ў двубоі. Пра гэта сюжэт Віталя Бабіна.
Любы пераемнік Лукашэнкі здасць незалежнасць Беларусі Крамлю. Таму дыктатара, як гэта не парадаксальна, адзіны, хто можа ў сённяшніх умовах гарантаваць хоць нейкі суверэнітэт нашай краіне. Мы живём в мире і согласіі. Такую гучную заяву ў інтэрв'ю 5-му украінскаму каналу зрабіў палітык Зянон Пазняк. Калі паявіцца нейкі тыпаж, які, допустим, ну, неяк будзе старацца захаваць яшчэ незалежнасць, ну, то его хутенько скрутит Россия, зайдет сюда своими войсками, призначит своего генерал-губернатора, и все. Это вариант будет вельми дрянный. Старшині руху «Вольная Беларусь» отказал политический оглядальник «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Эксперт думает, что после возникновения Лукашенки, коли он, скажем, полетит в космос, кажучи словами Пазняка, сценариев может быть шмат. И они залежат от того, чем скончится война в Украине, ти застанется при уладе Путин, какую роль при транзите улады отыграет Беларусь грамадства, демократичные силы и краины Захаду. Як сам Лукашенко может контролировать процесс транзиту? Вот все эти пытания неведомы, и тому казать про нечто певное тяжко. Я думаю, что некой такой фатальной наканованности, детерминованности того, что вот переемники Лукашенко сдадут сразу Беларусь России, нема. Россия ж, хоть и нападая на чужие территории, покуль сгодная на основание незалежной Беларуси, бо захоп нашей краины и долучение ее у склад РФ выключа международный кризис, означая Валер Карбалевич. Больш за то, я наступному керовнику Беларуси доведется ослаблять гайки, как это у СССР сдробили пераемники Сталина после его на смерти. То же самое, я думаю, что вельми магчыма и у отношения Лукашенко, что те люди шерые, на яких мы теперь глядим и не бачим их никаких якостей, у іншай ситуации, коли вот перестанет быть сникли факта живого Лукашенко, они могут просто, скажем, ну, раскрыться с іншого боку. Тому тут так само, я думаю, параллели доречны в этом плане. Про свой сыход Лукашенко каже не упершыню, при этом только за апошние некалькі месяцев у якости пераемника диктатор уже некалькі разов скировывал увагу на кіраўніка своей администрации Дмитрия Крутого. Ну, сколько мы с тобой еще будем телепаться во власти? Придут дети. Я уже говорил, дети у нас другие. Поэтому надо подготовить страну, чтобы дети могли этим путем идти. Чтобы Дмитрий Николаевич понимал, что вот это направление, другого нет. Однако, ти сапраўды, кірунак только один, як кажа Лукашенко. Просто так взять в этой системе, замест Лукашенко посадить туда другого человека, и ничего меняться не будет. Такого не, не, такое не махчимо. Это махчимо, если там, в Полночной Корее, а тут, в центре Европы, любой режим, любой пераемник, який будзе пасля Лукашэнкі, будзе імкнуцца атрымаць унутраную легітымнасць на шляху дэлукашэнізацыі. Што праўда, днямі падчас наведвання абласных дажынак у Мікашэвічах Лукашэнка намякнуў, найбліжэйшыя гады пасаду пакідаць не збіраецца. Это только начало. Я буду очень рад выполнить свою конституционную обязанность, много раз вручая эти великие государственные награды. Ну що ж, я пропоную поразважаць над гэтым, ну, відомым нашым людзям сталінскім прыгадам. Калі Сталін памёр, не адбылося змены сістэмы, не адбылося перамены камуністычнага ладу, які панаваў тады в СССР, але жыццё людзей радыкальна змянілася, пачалася адліга, пачалося вызваленне тагачасных палітвязняў, рэпрэсаваных. І ясна, што вот гэтыя новыя людзі, якія прыйшлі, яны пачалі адхіляць гэтую сталінскую спадчыну. Чаму б вось і у нас такое немагчыма, ці магчыма? Ну, это сложно сказать, как пойдет процесс после ухода Лукашенко из власти или из жизни, что раньше произойдет этот вопрос, потому что если предположить, что он вдруг неожиданно решит все-таки пойти на политический транзит, то это будет одна история. Если это будет вопрос его физического ухода и после будет обсуждаться, каким образом и что будет, это будет другая история. Но я полагаю, что какие-то элементы подобных процессов, которые были и в СССР, и были в других авторитарных странах, они могут иметь под собой основания. Это будет, конечно,
конечно, разрушение культа личности. Его разрушать будут те люди, которых он сегодня унижает, его ближайшее окружение. Они будут играть первую скрипку в том, чтобы уничтожить какие-то архивы. А вот чему вы так думаете? Не только вы, Карбалевич, но и я так думаю. А какие наши ваши аргументы на это? А может, они все вырешат, заховать еще помники Лукашенко ставить? Нет, они его ненавидят, они сегодня унижены ими, они будут стремиться уничтожить его наследие. В том числе архивы от Сталина. Его же кто уничтожал? Хрущев уничтожал. Все руководство, которое было тогда, они же первые уничтожали всю эту историю сталинского наследия. И до сих пор ведь Сталин только сейчас там пытается Путина вот так чуть издалека реанимировать. Так он уже 80 лет практически находится в забвении. И это вот 75 там почти. И я полагаю, что с Лукашенко может быть та же история. Вот тут очень интересную фразу сказали, что Лукашенко является гарантом там независимости и так далее. Но была история, я помню, с Антонио Салазаром в Португалии. Ему многие португальцы сегодня благодарны. И у него, вот по некоторым опросам я видел, не знаю, можно им доверять, у него очень высокая, ну, такая лояльность или поддержка среди населения, несмотря на то, что его давно уже нет в живых. Его благодарят за то, что он полностью не втянул Португалию во Вторую мировую войну. Он чуть помогал там Гитлеру, но удаленно держался. Может быть, какое-то время спустя Лукашенко будет благодарить или нет за то, что боевые действия пока не идут на территории Беларуси. Но это, напевно, на сегодня его один и козыр. И, Вячеслав, я так разумею, что вы, перш за все, бачите проблему именовито вот тем самым уплыве России на белорусскую ситуацию. Больше того, не треба забывать, что было перед этим, разумеете. Так склалось, что опошний выборший фарс примусил того же Лукашенко, видовочно, брать обовязки перед Москвой, что это было в опошний раз. Вот чему и все эти маневры типа Казахстана, вот чему вот эти все структуры створались. Вы маете новую конституцию, все белорусский народный сход. Абсолютно так. Вот маневры, как неким чином заховать владу. Натурально, подеи в Казахстане так само поплывали на самого Лукашенко. А вы думаете, он пообещал русским и подманул их, или он не обещал ничего им? Ну, судя по тому, что отбывается, худшее все пообещал, потому что его достаточно добро загнали. Вот. И хотя Путин рызыкаваў, его телеграмма была другая пасля китайскай, што немалаважна, так? І он адразу падтрымаў Лукашэнку. Ну, в прынцыпе, 10-й год быў рэпетыцыйны, гэта доўга, не буду час вас забіраць. Так вось, тут яшчэ ёсць дзве праблемы. Што ў манёврах для таго, каб захаваць уладу, Лукашэнка для мяне абсалютна нечакана, так, лёг практычна жыватом, і в любы момант его просто Москва можа забіць. Ну, так же, как в Афганистане, например, вводились войски до абсолютно пророссийского Амина, сдается, так, который просил Москву допомогать, и в вынику пошел спецназ, его вынес. Так. Абсолютно такой процесс может быть. Чему? Потому что Афганистан кепско скончился для СССР. Абсолютно. Чому? Тому що, коли 20-й год, тільки вирішалося одне питання, так звана глибока інтеграція, і виніку всіх цих маневрів виграв, вносилось тільки російський вплив, так? Ну і китайський, між іншим, то тепер саме головне питання, всі рихтуються, крім білорусів, до війни великої. Ви можете послухати так в любой країні пулеметні черги коля кожної столиці, все більше і більше грошей видатковується. І тут зникає така проблема. Дякуючи почварі Лукашенки, його банці, так, вибудували такий військовий балкон, який нависає над всіми. І на великий жаль, так, коли казати знову-таки про війну, то перший почав рихтуватися до війни, і на це Лукашенко. І не треба забувати, что он, будучи российским империалистом, так, и он практически все робил по московской технологии для знищения белорусского народа. Вот чему у нас проблемы и с мовой, так, и навод. Я, когда вернулся в 15-м годе и поглядел, что зарабили с могилками, я заразумел, что навод белорусскую ментальность уже убирают. В том лику дякуешь тем глобальным процессам, которые отбываются в сети. Тому, сумую, для краины, которой двойчи пережила две сусветные войны, абсолютно зрозумела, так, какие ахвяры будут у белорусов. Захование Лукашенко практически полная гарантия, что он вымушенный будет, так, максимо навод распачать войну. Может быть, ему допомогут. Я, например, протестовал в неделю, так, супер, на мой погляд, варьяцкого выступа депутата «Слуги народа» на русском форуме в Вильне, так, коли он не больше, не меньше пропоновал, как ЗСУ вошло в Беларусь. Украинский депутат. Да, Олег
Ну, слава Богу, поколь он не отоясамливается с линией Киева, это некий дивный депутат один, Чому? Который заявил... Я поглядел что... специально, российские паблики там просто аплодуют, потому что ну, это российская вот пропаганда. Может, он на Москву играет? Абсолютно депутат. На Москву играет, чому? Потому что это будет катастрофа для всех, и по великому рахунку это типа выстрела Гаврила Принципа в 2014 году, который хотел вызволить хорватов, сербов и боснийцев, так, с подненцев, там, и австрияков. Вось. И, конечно, бы просто с глузду съехал, так, ведал бы, что будет на Балканах, так уже в наш час. Давайте послушаем еще один довольно пессимистичный, врешті, традиционно пессимистичный для этого политолога погляд, бо Павел Усов, он лечит, что Беларусь по-ранейшему застается у сферы максимального уплыву Москвы, и кто будет керовать Беларусью после сыхода аутократа, вось про это Павел Усов и разважает для нашей программы. Нават калі допустить, что Лукашенко захварее и помре в ближайший час, в умовах, калі фактично Россия забеспечивая свой контроль и стратегичное панование над Беларусью, Беларусь застанется под простовым политическим контролем России, и они могут поставить когось-то, кто так само лояльный и навод больше лояльный до Кремля, это может быть тот же Вальфович, это может быть навод Таиш Кычанова, у якой нема своей властной позиции, она будет выконывать, как выконывала все пожидания Лукашенко, будет выконывать пожидания Путина. Ну, это может быть и Андрей, может быть, керовник и премьер-министр Галоученко, але это так само в значной ступени никак не будет окрестивать Беларусь, она наконец под российским контролем. Новость послухали Павла Вусова, с одного боку, переконавчо, з іншого боку, не зусім. Вот уявляємося, Качанова зараз, і що, всі її будуть слухатися, всі однолькові будуть її підпорядковуватися, а там же стільки всіляких інтересів, впливу, такі різні груповки, різний бізнес, который, ну, в певной ступени сидит покуль под метлой, покольки есть Лукашенко, який все контролюет. Будет все это працевать, коли изменится прозвище. Мы ж не здарма кажуть авторитарная влада и в народной свідомості, и у політології гэта влада одного человека, она привязана на гэта прозвище на ту особу. Так, есть такое. Але треба еще зайти назад, поглядеть, что все-таки белорусское громадство, оно застается советским громадством. Навод, коли пройти по белорусских улицах, это улица советская, коммунистичная, иншая, это некая десоветизация в Беларуси не прошла. И она, это советская речаисность, она сегодня існує в райвыконкамах, в облвыконкамах. Ну, неяк там трохи она изменилась, это, да, але все-таки эти советские традиции, они никуда не зникли. И вот то, что мы обмерковываем там сход Лукашенко, не сход Лукашенко, треба разуметь, что все ж таки, коли мы разважаем на конт існування такой моцной незалежной державы, то это экономика, это медиа простора, это адукация. Якія сьогодні сферы, яны мають такую автономию, ці могуть, і церква так само. Яны все залежны у тим ці іншим вигляді ад Росії. Інформаційна простора, і на цілком більша частка російська адукація, коли навіть погляд школьную адукацию, там выучаются амаль что только... Но все это не изменишь за месяц, за год, за два. Зрозумело, зрозумело. И это, на это, как это изменить, треба гроши, треба великие гроши, и треба разумение так само частки элиты, национальной элиты, которая сможет этой реформы провести. Ти готова сегодня эта элита робить, и не готовы за короткие гроши отрумать некие гроши, там, не ведаю, некую там приватизацию проведут, дадут комусь там костку. Ну, Евразвяз 3 мільярди обіцяє? Так, обіцяють, але це не ті гроші, які потрібні. Дмитрий, я хочу закрануть вашу любимую тему, я так трошки з іронії, хоча і без іронії, ви любите казати, що Лукашенко, ось, він ще достатково до конца не отримав дозволу від Москви, і літерально сьогодні, покуль ми пишемо програму, у авторок він знаходиться в Москві на саміті СНД, і там, нечто невиразне казав, більш про інше, але по-вашому
Ён едзе, ну, саміт быў запланаваны, але ці будзе ён мець сустрэчу з Пуціным, можа, не для прэсы, дзе будзе гэта пытанне вырашацца? Ну, я думаю, так, калі разважаць, што вось ён там неяк запланаваў некія выбары на 23 лютага, як там вбросы робіць, то зразумела, ну, гэта пытанне будзе абмяркоўваць. Тут пытанне, ці ён зможа пераканаць, што трэба змяніць тыя падыходы, якія былі, таму што калі нават паглядзець на 4 гады, якія прайшлі з момента апошніх выбараў, і тыя дзеянні, якія Лукашэнка зрабіў, ён зрабіў усё на свой сыход. І гэта не яго асабістыя былі рашэнні, гэта рашэнні Крымля былі. А зараз перадумаў, вырашыў заставацца. Ну, зразумела, што ён будзе рабіць усё магчымае, каб застацца. Але пытанне, ці дадуць яму дазвол. Ці ён сёння, напрыклад, з'яўляецца там асобай, якую будуць падтрымліваць таксама кітайцы. Ён для Кітая вельмі зрабіў многа перашкод нават на межы. І мы бачылі, колькі было пытанняў паміж Польшай і Кітаем па беларускаму пытанню. Але Беларусь, вось гэтай гульцы яны разглядаюць як краіну бяспечную для, в тым ліку, для гандлю. Каб не было ніякіх перашкод. А Лукашэнка гэтыя перашкоды робіць. І ў тым ліку пытанне вайны я цалкам падтрымліваю, што калі ў Беларусі там здарыцца калапс і там нешта адбудзецца і будзе ваенны канфлікт, то гэта вялікая небяспека для ўсёй Еўропы. Гэта пачатак трэцяй сусветнай вайны, адразу пачнецца вайна. І гэта не толькі там на тэрыторыі Беларусі, гэта для Расіі. Беларусь вельмі важны рэгіён для выхаду на балтыйскія краіны, на Польшу і на Украіну. І гэта вось барацьба за Беларусь, яна зараз можа выйти на такое, на вялікае, на першае месца. І пытанне тут, наколькі Лукашэнка сёння з'яўляецца той асобай, якая ў тым ліку можа быць выгадна для Крымля ці не. Таму што я падкрэслю, вельмі важна, тое, што Лукашэнка ўсё ж такі, ён гэтыя ўсе вось дамовы па пераходу там на ВНС і так далі. Гэта ж не яго пазіцыя, гэта пазіцыя, якую мы навязалі. Вячеслав, ён патрэбны Маскве? Вечнае пытанне з 20-го нам даказалі, што Масква хоча яго змяніць, але как-то гэта не падобна было. Не, не толькі, я дакладна кажу, я ж аналізавала не толькі я кампанію, которая праводзілась, так, я знайго стымулявалі да глыбокай інтэграцыі, чым сведчанне, зноў-такі, телеграма самого Пуціна, бо калі бы рабілі... Як і в 10-м годзе. В 10-м годзе было прасцей, разумееце, памятаюць 4 фільма пра эскадроны смерці, пра которые все забыліся, абіцалі 5-ы. Паехал, здаецца, Сімашка в Москву, аддал... Белтрансгаз? Нет, не Белтрансгаз. Трубу? Нет, аддал, там размова ішла менавіта пра нафтапрадукты, каб перелічаюць в бюджет Российской Федерации, пэўны процент, так. А, падатковы маневры. Да. Вось, ну, там много было чего, так. И адразу все. И зачистка площади брутальная. В принципе, я думаю, что по плану 20-го года так, что-то такое они хотели зрабить, так, натурально, с трупами. Вось. И таким чином загладить Лукашенко в глубокую интеграцию. Але ж они недооценили, как и все практично сегодня, так, это субъектность белорусского народа, которая как раз проявилась 9-12 жнивня, когда насуперок всем схемам были подняты бел-червоно-белые стяги, и оказалось, что белорусы есть. А беларусаў практычна пахавалі. Так вот, ранавата хаваць беларусаў. Вайна не залежыць практычна ні ад воднага жыхара Беларусі, таму што яна залежыць ад таго, ці вот гэтыя два блока лічаць, што яны могуць перамагчы. Гэта, на вялікі жаль, не наша кампетэнцыя, але ж сам Лукашэнка, дзякуючы таму, што ён вельмі доўга пры ўладзе, таму што ён любым коштам хоча захаваць ўладу, можа быць тым фітылём, который распачне третью сусветную войну. Ему она меньше всего потребна. Слухайте, ну ж Захад же зрабили на ваших вачах подчас этой Евролиги, коли тут вот вырашили так, что Лукашенко гарант незалежности. Они же тогда что казали, так? И часть оппозиции под это поддалась, подразумевая от нас, так? Мы боимся российских танков там в Бресте. И отрымали, что российские танки поехали, так, в Украину. І чамусьці в этом виноваты беларускі народ. Наогул некі вялікі сюр, асабліва калі я пра гэта кажу, прабачце, мы 20 гадоў пратэставалі супраць сумесных манёвраў лукашэнкаўскіх расійскіх войск і на пальцах расказвалі, што будзе. Стрелочками было все намалевано. Керамнисты Украины не может прочитать эти стрелочки, кто виноват, белорусский народ. Причем Лукашенко при этом остается абсолютно практически чистым, потому что керамнисты Украины в любой момент сгодно... Вот, кажется, вы там про 3 миллиарда.
родные мои, с одной Украины Лукашенко минимум 2 миллиарда только по нафтопродуктовому офшору зарабил, потому что отрымалась абсолютно для меня нешиканная речь, бо в чем была одна только моя политическая помылка. Я когда был керовником белорусской группы на Майдане, я абсолютно широ лишил, что Украина вырвалась. В вынику был удар по нас, а Лукашенко за кошт слабости уже украинской элиты створяет там нафта офшор для нафтопродуктов, в первую очередь, Мазырского завода, и примушают Украину финансовать и себе, так, и Россию после 2010 года. Ну, некий сюрреализм. Другий Майдан, блин, так там на олжах некий, так. Памятаете ведра хавы, которые он тягал всем европейским лидерам? Все, забыли, что это опошний диктатор Европы. В вынику, так, отрымали 20-й год, отрымали сталинский час. И далее можем отрымать вот в этой казочке, что он гарант незалежности, человек, который изнищает Беларусь на ваших очах. Вот мой оппонент кажет там, что элита там. Не забывайте, что белорусский народ поневолен, но он еще живы. Нас столько разов ховали. И кто только не писал, что все, хана. Я могу представить там белорусскую деловую газету 95-го года. Ой, как... Напевно, не треба. Не, оно треба. Потому что ситуация зараз горше 95-го. Ой, как плохо, что никогда больше бело-красно-белые флаги не будут в Беларуси. Весна 96-го года. Пляц Калиновского, который был ни заходний, ни всходний. 20-й год, когда все пошло не так, как хотела Москва. Про это так само не забывайте. Слава, не можем мы охопить все разом в одной реплице. Давайте. Опошная реплика. Угу. И в чем еще есть гнусность вот этой войны? С чем они подвисают, чего они боятся? И они вымышлены будут дать людям сброю сами. И вот если будут по бандитам люди стрелять, не будут, это великое питание. Бо практически все молчат, что вот эта банда есть. И это вельми небеспечно. А Лукашенко боится зброи, и он в 20-м годе забрал у населения зброю. Потому что он давно забрал. И он боится, что люди могут эту зброю отрымать, и тогда его улада будет... Так, безумовно. Ну что, вернемся до головной темы нашего двубоя, про то, что может быть после Лукашенко, и те, кто прийде до влады Беларуси после захода Лукашенко, обязаны будут начать диалог с белорусским громадством. В том лику, даже с демократичными силами. Так, принамсі, меркує наш наступный эксперт, керовник агентства евроатлантической интеграции Валер Ковалевский. Давайте послушаем его. Та система керування країни, яка сьогодні склалася в Білорусі, вона цілком персоналістська. Вона цілком зроблена під Лукашенко. Це значить, що ніхто інший не зможе таким самим чином керувати державою, зробившися Лукашенком 2.0. Це просто буде немагчимо. І у гэтым складана ситуація і виклик для тих людей, які опинуться во владі, які будуть контролювати ситуацію у той момент. Яны так само будуть розуміти, що країна знаходиться у вельми тяжким стані зараз. І у економічним, і соціальним, і у знешньополітичним. Є серйозна погроза з боку Росії для Білорусі. Наша країна сьогодні допомагає Росії удзельнічаць у вайне, весці гэту вайну супраць Украіны і таким чынам вельмі моцна сапсавала сваю міжнародную рэпутацыю. І гэта павінна прывесці да высновы пра тое, што выходзіць з гэтай сітуацыі, пераходзіць на новы іншы гістарычны этап для Беларусі, трэба праз аднаўленне дыялогу з беларускім грамадствам. Что ж, это было меркование Валера Ковалевского, а у нашей студии сегодня в двубое спрачаются Вячеслав Сивчик и Дмитрий Балконец. И зараз традиционное для нашей программы задавание питания в одно одному, коли уже оппоненты ведают позицию и мают нечто удокладнить, альбо, может быть, навод поспрачаться своим питанием. Вячеслав, что бы хотели спитать у Дмитрия? Ну, вы ведаете, такого доброго международную историю, так, ведаете, например, что Албания смогла послать могутнейший Советский Союз, не сегодняшнюю Россию. В принципе, она отповедает слово «дерьмо», кто бы что ни казал, так? Вот, на угол вы допускаете такий момент, что громадство белорусское, белорусы загнали в кут, так вымушено будет себя оборонить, менавіта не так, как кажут все эксперты, с неким договором с элитой. На мой погляд, такие вот размовы как раз Лукашенко репрессиями проводит, разом с подтримкой всей своей банды. Вот. А просто тем, что доведут людей до того, что будет бунт. Бо навод приход Лукашенко в 94-м годе, в певной ступени, был бунт супротноменклатуры.
Ці ёсць у вашым разуменні той варіант, што незалежніцкі шлях менавіта можа ўратаваць Беларусь? Так, я думаю, што ёсць магчымы такія сценары, калі будзе ў Беларусі бунт, ці нават там грамадзянская вайна. Але грамадзянскую вайну сёння Лукашэнка вядзе супраць беларускага народа. І ён мае сёння зброю, і гэтай зброю ён карыстаецца дзеля таго, каб знішчаць ты магчымасці, якія маглі б быць у Беларусі, калі б была там моцная грамадзянская супольнасць, палітычныя партыі. Ён гэта ўсё знішчаў. Але ну, калі сітуацыя будзе ў эканамічным сэнсе крытычная, то гэта можа прывесці да бунту. Наконт Албаніі цалкам згодзен, але Албанія карысталася падтрымкай іншых краін, там, магчыма, з Кітаем ці штось такое. Але Албанія сёння, яна нават абышла ў Беларусь па ВВП на душу насельніцтва за апошні год. Беларусь сёння чвёртая знізу сярод еўрапейскіх краін. Гэта за 30 год кіравання рэспубліка і тое, што Лукашэнка сёння краіну давёў. І Дмітрий, ваше пытанне, Вячеслав. Так, а вось у мяне, Вячеслав, такое пытанне. Як вы бачыце ўвогуле палітычны транзіт у Беларусі, як ён павінны прайсці, каб захаваць і незалежнасць, і ўсё ж такі, ну, выйсці з гэтага без некага вялікага... Без вайны грамадзянскай. Так. Ну, на вялікі жаль, я казал, што будзе ці не будзе светная вайна, это нікога в Беларуси, в Тымлику, и от Лукашенко не залежит, так объективно факторы склались, повторюсь, еще раз, так, это залежит, будут лечить вот эти два блока, которые есть, что они могут перемогши. Еще раз подкреслю, что Лукашенко может быть вот тем фитилем, вот как говорила принцип в 2014 году, абсолютно вероятный вариант. Але, так, белорусы его практически загнали в кут. Да, есть проблема практически у всех зараз, наций в постиндустриальную эпоху. Вот, это абсолютная правда. Ну, ясно, всей Европе, а лишь и Азии, которая развита. У белорусов катастрофичная ситуация, потому что сапраўды знишают перед лукашенковскую банду. Ведаете, меня вельмі шмат чаму научила, бо я все-таки, меня двухгадовым вывезли в Абхазию, я с детства чул размовы армянов, вот, проти яких трапілі под турецкую різню. І в зв'язку з тим, що там було достатково, скажем, серйозне стукнення практично кожен день, так, навіть у дітей, вот такий час, я не мог зрозуміти, от тебя все равно заб'ють. Чому, як можна мільйон чоловік вирізати? Ти ведаєш, що тебя заб'ють, так, ну все ж врешті-решт смертні, будеш оборонятися. Коли білоруси будуть розуміти, що Лукашенко бандит, Россия – ворог, что абсолютная правда, так, что их убивают. Они отобьются, ресурсов хочется. Вот вся наша история, вот сколько раз нас хавали, мы все равно поднимались. Это свечит. И больше того, да, поменяли оппозицию на объединенные демократичные силы. Но навод за межой, маючи все ресурсы, вот глядите, вот первый переходный кабинет. Ну это же теперь смешно, так? Все вот эти проекты, план перемога, пашпорт, войско какое-то. Никто не отказал за это. Войско какое-то. А это был який? Я вижу, вы добро спелись, когда пошли критиковать теперешний. Стоп, а який это кабинет был? Это был лукашизм с человечным обличьем. Потому что на весь этот кабинет першесный, так? Там, сдается, 10 суток, и они все вчетвером были в оппозиции в Беларуси. Разумеете? И это как раз сигнал для той шоблы, которые чомусь себя лечат элитой, а они, когда тут бодяются по Европе, они еще кажут, что народ кепский, они типа европейцы. Вячеслав, знаете, ну, добра, можете беседить просто на лихтарах. Мы сделаем еще программу про эту тему. Можно, але давайте зараз все-таки заставаться при нашей теме. И подходим уже... Ну, все наша тема, але все-таки больше узко у нас сегодня про то, что будет робить лукашенковская элита после Лукашенки. И еще раз задаю питание Дмитрию. Вот какие расклады бачатся вам на сегодня наибольш, скажем, верогодными? Вот в таким выпадку, коли он, ну, скажем одним словом, сыходит туды альбо туды. Ну, можна многа раскладаў. Адзін з верагодных таксама можа быць расклад, як ствараецца некая камісія па прымірэнню, як гэта было ў некаторых краінах, і там прымаецца новая канстытуцыя пасля некага круглага стала, як гэта было там у некаторых краінах у Афрыцы, напрыклад, пасля прыхода Мандэлы, ці там гэты перыяд, калі ён з турмы выйшаў праз 27 год, 28, ці там Чылі нават, Аргентыну можна паглядзець, Іспанію таксама, і Партугалію, ну, многа краін ёсць, Польша. Ось, але які будзе шлях у Беларусі, цяжка сказаць, таму што вельмі вялікая сёння ёсць праблема, гэта залежнасць ад Расіі, гэта ўплыў расійскі. Ось я паглядзеў сёння кадры з Крымля, вы бачылі там сідзіць Пашыня на побач Аліеву сідзіць.
Яны, алфавіту. По алфавіту, яны побач друг другам сядзяць. А калі яны на радзіму заїжджаюць, яны пачынаюць вайну паміж сабой. Ну як гэта? Я ўвогуле не магу гэта сябе ўявіць. Яны ваююць, а тут яны побач і снеданне. А людзі гінуць там. Ну, магчыма, ёсць некія ніці, за якія Крэмль іх выдзёргівае і в Москву затасківае. Як гэта ўвогуле зразумець? А ці лічыце вы, што пасля, ну, то, што называецца выбарчая кампанія, мы слова выбары тут наўрад ці можам ужываць 25-го года, калі Лукашэнка самапрызначыць сябе зноў кіраўніком, дыктатарам Беларусі, то ягоная, ну, скажам, легітымнасць, яна будзе меншая, чым зараз, яна неяк яшчэ зменшыцца? Не, яго, ну, яго ці там, хто будзе прымаць удзел ад улады, яго адразу падтрымае, зразумела, Расія, Кітай, там, некаторыя краіны, якія традыцыйна гэта робяць, але тут таксама падыход Захаду, ці гатовы будзе Захад прызнаць там Лукашэнка ці кагосьці іншага, таму што тут таксама ёсць такія інтарэсы гэтых краін. Калі б інтарэсы гэтых краін не супадалі там з іх некай агульнай павескай, яны б ніякую Ціхановскую не падтрымлівалі там апазіцыю беларускую пасля 20-го года. Таму што, ну, супалі інтарэсы заходніх краін. А яны гэта і зараз робяць. Ну, вось. А як будзе развівацца сітуацыя ў 25-м годзе, ну, пакуль тренд застаецца, але ён можа і змяніцца. Як гэта было ў 15-м годзе, калі Лукашэнка стаў пушыстым белым, не апошнім дыктатарам Еўропы. Вячаслав, ваш прагноз маецца на вазе ваше бачанне найбольш верагоднага з вашага пункту гледжання варыянту. Ну, сітуацыя такая, што мы сапраўды сёння не павінны забываць, што менавіта Беларусь была палігонам для деградацыі практычна всей Европы. Ну, адзінае, чым я згодзен з гэтым пачвае Лукашэнка, у него было такое інтэрв'ю НТВ калісьці, калі только Путін з'явіўся, там же Захад бачыў так нейкую дэмакратію в очах гэбіста, так. Яны ж былі партнёрамі з тэрарыстамі па антытэрарыстычнай, а Лукашэнка просто сказал, Путін – это русский Лукашэнка. У нас это все почалось, и у нас это все может закончиться, потому что вельми шмат крыві гбьём было пролито. Бабахнуть может любы момант. І не толькі там падчас выбарчого фарса, можна ці рэчы называць выбарамі толькі людзям, так, которые не знаюць, што такое Беларусь, бо беларусы не маюць права выбіраць з 96-го года, што цудоўна разумеюць і банда. І я абсалютна не лічу, што той в краіне, дзе беларусаў абдзіраюць па 10 мільярдаў даляраў год, за весь час кіравання этой банды Лукашэнкі, так, могуць быць нейкія выпадковыя працэсы на зроўні палітыкі. Вот зараз 20-годзе газавых войн паміж бандай Путіна і бандай Лукашэнка. Вот адкуль кандыдат Бабарыка. Вот, цяжкі шлях выкарыстання гендэра, на котором павернуты Захад давным-давно, так, Караткевіч, Канапацкая, Ціхановская. Мне здаецца, все зразумела. Качанова. Але, нет, Качанова, знаете что, хлопцы, может бабахнуть. Еще раз повторяю, помылка и Позняка, и Карбалевича, и шмат кого, что вы не думаете, что не глядя то, что народ поневоленный, так, людей может это все достать. Я ни одной человек сказал, это правда, что коли Лукашенко без оховы выйдет в любое местечко, его порвут. И то же самое про мясовую номенклатуру, потому что они бандиты, и люди это ведают. И этих бандитов мало, это силовиков достатково шмат, очень помылка Украины. Они недооценивают так, что только легкой пехоты, которая уже стреляла в белорусов в 2020 году, это три бригады СССР, Брестская, Витебская, Мариногорская, да плюс Урусчанская частка МВД, это минимум. Что ж, у нас осталось в эфире две хвилинки, и традиционно по 30 секунд нашим сегодняшним удельникам сказать, может быть, что не поспели, альбо подвести выники дискуссии, и изменилось ваше меркование за эти 40 хвилин? Ну, я думаю, што ўсё ж такі грамадства павінна атрымліваць адукацыю, атрымліваць веды для таго, каб разумець тыя працэсы, якія сёння адбываюцца ў Беларусі, карыстацца не адной крыніцай інфармацыі, а глядзець розныя меркаванні і думкі, і не толькі там расійскія, ці там беларускія, польскія, іншыя, вывучаць мову, і не толькі беларускую, але іншыя мовы, ангельскую, таму што гэта важна для таго, каб зразумець, што Беларусь яна там павінна развівацца, не заставацца на месцы. Таму зараз гэта такая сітуацыя, калі Беларусь увогуле такая, ну, замерла, можна сказаць, у гістарычным якім працэсе, а трэба ісці далей. Дзякуй, Дмітрий. Вячаслав, ваш 30 секунд. Абсалютна хацеў бы падкрэсіць самае галоўнае. Так, самае галоўнае не займацца самабойствам.
Ось, зрозуміть, що нема ніякого заміжного шляху для білорусів, що нас загнали в кут, що це терпіти просто немагчимо, а далі будуть забивати просто, як раніше, мільйонами. І для того, кого рятуватися, менавіто, так, треба виходити з усіх чужих схем. І цього виборчого фарса 20-го року, так, і байки, що перемога України і Білорусі може допомогти, я не знаю, яким чином це можна зробити, так, контрибуції, що ли, з Білорусі будуть здимати. І не сподіватися на Захід, ми ведаємо історію 20-го століття. Білоруського громадства, докладні білоруської нації, хапає ресурсів. Саме головне, так, вірити в себе і використати той момент, який буде. Дякую, Вячеслав. Дякую, Вячеслав. Це був полем'яний двобою, яким, сподіваюся, ми трошки наблизилися до істини і розуміння сьогоднішньої теми. Чия позиція подалася вам більш переконавчою? Глядіться нашу програму у любий час на YouTube, пишіть там свої оцінки і коментарі, відомо, коли це для вас безпечно. Передачу провів Віталь Циганков. Заставайтеся з Білсатом.